Устройство Racebox для измерения динамики автомобиля. Значит, данное устройство предназначено для замера ускорения авто. Стандартно интересно, что у нас будет на четверть мили, что будет у нас максимально, какое время займет достижение скорости 60 км в час, 100 км в час. Значит, немножко об устройстве. Это российское производство, да, Racebox. Толковые ребята, Россия делает хорошие, качественные приемники GPS, там 10-килогерцовый он у них встроенный, да. Очень хорошая альтернатива дорогущим приборам. Значит, продается он в двух исполнениях, это Pro и Lite. Pro — это с возможностью установления флешки для сохранения замеров. Light без флешки. От этого и немножко ранжируется цена. Прибор продается вместе с креплением к стеклу, присосочкой, да. Провод идет у нас 1 метр USB для питания. Сейчас посмотрим на его работу. Значит, подключили приборчик к питанию. Когда мы видим Go, это значит, что можно ехать. Посмотрели на ситуацию на дороге. Выезжаем. Сейчас сначала будем просто с места на автомате, да? Все, остановились.